Здравствуйте, уважаемые угличане. Вот в каком я неприглядном, что ли, месте сегодня нахожусь, позирую перед вами. Приходится снимать видео в таком понижении, болотистом. У нас как раз у Кремля, в этом рву за Никольским мостом, известное место. Почему мы решили здесь поснимать? Ну вот мы из-за этого растения, которое сзади вот у меня создает фон такой белых зонтиков. Это уникальная по своей ядовитости трава болотного характера, то есть растет в сырых местах, по берегам рек топким, на таких болотистых ручьях всяких, заболоченных таких мочажинах и так далее. Это та самая цикута. Страшная цикута. В народе называют ее еще по-другому вех. А в книге Даля, в известном словаре, она как вех фигурирует. Вот такой тот самый вех или цикута, она у нас попадается кое-где. На Корожечне есть, это там, кстати, места, где купаются. Но я к чему-то говорил о купальне? Потому что был уникальный случай. Лев Александрович Ракитин рассказывал, был свидетелем этого, примерно в 73-м году, то есть в начале 70-х годов, то же самое на берегу Корожечни, там же, где вот в районе завода минеральных вод, мальчишки, вот по началу лета, увидели эти выступающие из воды корневища. Они на вид такие, чем-то спаржу напоминают. Это своего рода дудник. Вот дудник у нас, кстати, сзади, он высокий растет. У него трубчатый стебель известный. А внизу, когда он молодой, стебель сочный, и его, в принципе, может есть. И ребята пользуются этим, жуют. Так вот, видимо, эту цикуту путают с ним, с этим стеблем дудника. И иногда бывают такие трагические случаи, что пытаются поесть ее. И даже не пытается, она очень, между прочим, запах хороший у нее, как петрушки, так или сельдерея, так? Вот они эти корневища берут, жуют, и в конце концов получается такой трагический исход. Вот тот случай, с которого я сейчас начал, в нем были задействованы четверо ребят возраста 9, 10, 11 лет примерно, так? Из них, из четверых, они все попробовали, только одна такая девочка не попробовала, взяла с собой где-то кармашек, положила этих корневищ домой. Вот. Остальные, кто попробовал, из них двое погибли. То есть отравились этой самой цикутой, корневищем. Яд страшный. Скот по весне травится этой цикутой, так, левехом. Бывает, что поедает крупный рогатый скот, и даже овцы, так. Судороги начинаются, там всякие слюноотделения и прочее. Потом, в конце концов, он доходит, падает, все. То есть признаки такого нехорошего отравления сильным ядом. И все это от того, что в этом растении содержится это самое вещество, которое относится к группе судорожных ядов, так. Вот, он под названием цикутотоксин или цикутоксин. Разные бывают написания. Так вот, этот цикутоксин, он как раз скапливается больше всего в корневище, но есть, конечно, и во всех частях этого растения цикуты. А на вид очень приятная. Вот я специально веточку срезал. Здесь красивое, я бы даже сказал, растение. Вот оно крупным планом перед вами, так, на переднем плане, что ли, могу показать, так. Листья изящные, красивые такие, дважды перисто рассеченные-то. Видите, какие на петрушку похожи на самом деле, так. Вот, зонтики. Запах очень приятный, такой ароматный, нектар. Есть много ос промышляет, пчелы есть, так? То есть ничего такого, вроде предосудительного, вы не скажете про это растение, так? И так вот, и в массе оно растет, видите, как красиво тоже? Вот. То есть сплошное изящество. Вот за этим изяществом кроется такая страшная, такая нехорошая сила. Ну, попробуем сейчас вырвать его. Так. Вот кусок его. Вот он злосчастный-то, корневище цикуты. Вот слом ее со стороны стебля. Легко очень, потому что внутри, я сказал, полое с перегородками. Ну вот такой может быть длинный. Вот какой вырастет за лето. Вот к осени. Сейчас режем вдоль. Так. Перегородки могут только еще формироваться сейчас. Так, о, прекрасная картинка, вот типичная картинка для корня цикуты в разрезе, для корневища его. Видите, камеры эти, пористые перегородочные корневища являются скопищем таких, этих отравляющих судорожных ядов, цикутотоксинов. На этом наш мой рассказ с вами сегодня и заканчиваем. Вот. Рассказ о растении семейства сельдерейных, зонтичных, которые селятся на сырых местах и очень страшные, из-за того, что содержит в своем корневище ядовитые вещества, относящиеся к группе судорожных ядов – цикутотоксин.